Как ты помнишь, на этой неделе прелестная Света Тихановская признала, что Беларусь, скорее всего, проиграла улицу. Результатом этого проигрыша стали уже открытые, уже совсем наглые на всех уровнях репрессии, стали дикие осложнения жизни для всех, кто был в той или иной степени замешан в протестах. И, судя по всему, улица, да, действительно проиграна. Что я хочу на это сказать? Знаете, вот то, что я могу сказать, не имеет никакого отношения ни к Тихановской, ни к улице, ни к Беларуси. Но вот тут на выходных я наблюдал, как горит покрышка БелАЗа. Как она потрясающе горит, какое-то феноменальное зрелище. Там яростное огнище, сумасшедшее, а за счет того, что идет жар, это еще и завихривается тройным вихрем. Резина там на БелАЗах, судя по всему, дерьмовая, поэтому взлетают непрогоревшие куски резины пополам с сажей, которые тут же лопаются искрами. Причем огонь шаткий, неустойчивый, то вот он так сразу лужей, огромным пузырем растекается, то он снова вот так вот вулканит, и к ней не подойти ближе, чем на 3 метра. Она не позволяет приблизиться. А покрышка, которая поставлена, вот то, что называется, в покрышечное состояние, и катится, она разгорается с невероятной силой и скоростью. Причем это все сопровождается дымом. 3 глотка такого дыма, и потом надо 1,5 часа обливать. Либо гарантированно падать в обморок. Это так, это не имеет отношения к теме проигранной улицы.